Хотя как раз именно ответственности многим водителям общественного транспорта и не хватает. Но насколько часто горожане это замечают и у каких именно перевозчиков, частных или муниципальных, сегодня мы решили выяснить это с помощью традиционного опроса людей на улице. Мнение прохожих далее в программе. И там, и там. Люди все одинаковые. В муниципальном транспорте я замечала больше проблем. Причину я не знаю, сказать не могу. Может, зарплата маленькая. Где маршрутки вот возят перевозчики, там обычно не следят, как сел, не сел, быстро и поехали, и все. Может накричать, может просто выгнать, может обматерить. Ну, когда я езжу в муниципальном транспорте, таких проблем не было. Больше в частном. Проблемы в непристойном поведении, наверное. Ну, мне кажется, что больше в частном, конечно. Ну, водители не всегда соблюдают и правила дорожного движения, и курят во время движения. Как показал наш опрос, большинство респондентов считают, что именно в частном общественном транспорте больше всего проблем с водителями. И я с этим абсолютно согласен, ведь проверки автобусов и маршрутных такси проходят не так часто. А именно тотальный контроль, на мой взгляд, сможет улучшить сферу пассажирских перевозок. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.